Также награды в обеих руках оказались и у Димы Билана, который победил в номинациях «Песня года» и «Шоу года». Я просто не могу передать вам словами, насколько для меня это важные награды, правда. «Песня года». Ну, я успел, конечно, выпустить за 2020 год несколько синглов. Одна из самых-самых дорогих наград для меня – это «Шоу года 2020», потому что это было иммерсивное шоу в какой-то степени, к которому я очень долго готовился, называлось оно «Планета Билан». И очень много ноу-хау использовали мы в этом шоу, и я много летал, много прыгал, висел, скажем так, над сценой метров 15-20, наверное, под куполом. Я невероятно благодарен людям, которые все-таки взяли и отметили меня, и мое шоу, и шоу, которое делала моя команда, замечательное, которое я очень люблю и уважаю. Друзья, мне так приятно получить эту награду. Во-первых, она тяжелая, видно, что в нее вложили очень много сил, эмоций, жары, действительно. И спасибо огромное за награду «Песня года 2020». Для меня это очень важно. И трек «Белые розы», он действительно стал, ну, притчи во языцах. Это действительно хит и шлягер. Спасибо вам огромное за то, что оценили его, и за то, что голосовали, и за то, что не оставили без внимания. Я всегда любил воду и остаюсь большим поклонником этой субстанции, этого первичного бульона, из которого произошла жизнь. Вот. И поэтому для меня это тоже очень важно, быть именно в океанариуме. И насколько креативный подход у команды, и насколько креативно все это снято и сделано.